Окей, ребята, как я обещал, будет на Thanksgiving, я буду вам немножко небольшие клипы сделаю. Вот, если бы я мог передать вам запахи, это было бы шикарно. У нас Thanksgiving будет завтра, сегодня мы готовимся, и вот что у нас есть. Это sweet potato, сладкая картошка, на русском называется батат. Объединение, как я был маленький и говорил. Эта штука шикарная. Запахи сейчас непередаваемые. Пахнет немножко, чуть-чуть есть оттенок прикорелого сахара. Запах, шикарный запах. Это самое sweet potato souffle, это самое любимое мое блюдо на Thanksgiving. Это батат с маршмеллоу, с коричневым сахаром и всего остального. Я буду небольшие клипы сделать, увидите. Вот, но я просто хотел сказать, что вы пропускаете очень много из-за того, что видео не передает запахи. Окей, как я обещал, на День Благодарения немножко как празднуют в Америке. Вот, естественно же, индейка. Это стаффинг, который внутри индейки запекался. Ну, естественно, что у нас здесь? Макароны с сыром запеченные. А это у нас сладкая кукуруза. Casserole называется. Вот, еще стаффинг. Вот. What do we have here in a small thing? What do we have here in a small thing? Let me see. No, I'm recording. And this thing is, green bean casserole. Лопатки, или зеленый горошек. А это вот, помните те картошку, которую я вам показывал? Батат. Sweet potato casserole. Ям-ям. Thanksgiving уже закончился, сейчас Black Friday, все шопингом идут заниматься, вот, и по радио уже вовсю Christmas songs играют, так что сейчас немножко покажу вам Best Buy и что с этим связано, с Christmas, Black Friday шопинг, с Черной Пятницей. Посмотрите в натуре, как делается в американской глубинке шопинг на Christmas. С тех пор, как они начали делать Черную Пятницу, вместо того, чтобы делать 12 ночи, они начали этапами делать. А Walmart, допустим, сделал с 5 вечера, Best Buy начинал с 6 вечера, потом разные дилы выходили в 8, 10, 12. Предыдущие года до такой степени были большие очереди, что на всю плазу негде было парковаться. А сейчас свободно можно припарковаться прямо при входе в магазин. Вот сейчас будем искать парковочное место. Вот Best Buy, это как наше M-Video России. Вот, паркуемся. Сейчас. Окей, припарковались. Окей. Посмотрим. Вот он наш Best Buy. И везде полиция стоит. У каждого магазина. У Walmart было 3 полицейских машины и одна под прикрытием полицейская. Без опознавательных знаков. Здесь одна
Видите, все-таки была очередь, потому что стоят ограждения. Вот. А вот и Best Buy. Так делается черная пятница в Америке. Шансончики. Телефоны по продажу. Дальше наш самсунговский магазин. Никто никого за волосы не дерет. Все спокойно, цивильно. Excuse me. Вот, можно принтеры купить. Компьютеры прямо тут. Мониторы.